В этом коротком ролике я вам быстро расскажу, как делать красивые ссылки в Telegram без использования дополнительных ботов и приложений на официальной версии клиента Telegram для ПК. Что такое красивые ссылки? Это гиперссылка, когда можно спрятать обычный текст ссылки за каким-то текстом. Сейчас я вам это покажу. Открываем Telegram. И для того, чтобы создать гиперссылку, мы зажимаем комбинацию клавиш Ctrl-K. Сверху пишем текст, как эта ссылка будет называться. Например, пусть будет YouTube. И ссылку на этот ресурс. Нажимаем «Добавить». Ну и здесь дальше можем подписать. Вот так вот теперь выглядит ссылка на YouTube. Этим способом можно пользоваться как при оформлении своего канала, так и в чатах. Если ролик был вам полезен, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик. Всем пока!